Коммунальную инфраструктуру в городах и районах Приморского края капитально отремонтируют в 2023-2027 годах. Об этом стало известно на плановом совещании с главами муниципалитетов и ведомств региона под руководством председателя правительства Приморья Веры Щербина. Как сообщил министр ЖКХ края Владимир Бабич, на 2023-2024 годы Приморье получит 1,2 миллиарда рублей из Фонда развития территории, не считая средств краевого бюджета. Это позволит отремонтировать на первом этапе 47 коммунальных объектов в 15 муниципалитетах. С учетом доведенных лимитов сформирован перечень пока на 2023-2024 год. Соответственно, четко дано указание приоритетности: не менее 90% средств должно направляться на замену сетей коммунальной инфраструктуры. Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. То есть три направления. Председатель правительства края обозначила важность реализации такой программы для Приморья, учитывая высокий износ инженерной инфраструктуры и, следовательно, аварийность. Также Вера Щербина поручила зампреду правительства Елене Пархоменко взять на особый контроль данное направление, тесно работать с руководителями муниципалитетов. Ну, здесь уже, Елена Александровна, на вашем уровне нужно посмотреть вообще наличие документации, стадии ее там разработки и все остальное. Поскольку ни много ни мало, 2 миллиарда 200 почти денег. Ну и мы говорим о аварийности. 5 муниципалитетов, которые у нас раскрашены красным, они фонят у нас по аварийности. Поэтому, уважаемые коллеги, вам сам Бог велел там сделать все, чтобы реализовать эту программу. Анна Дьякова, новости на восьмом.